Проверьте, что он вам предлагает. Да, пончиком. Поезд до Владимира отправляется с третьей платформы. Плати, по-моему. Да. Погнали. Проводку, блядь, короче говоря, сначала ты расскажешь. Сразу выбегаем и разрубляем проводку. Они там толкаются нормально. Вообще не толкаются. Прям нравится, что нормально. Куда же без тебя-то? А? Куда же без тебя-то, говорю? Новичковый объявляется закрытым.
Начинается сезон. Печалька, все похлопали. Окончиковые, для тех, кто считает себя не новичком и уверен в своих силах, продолжаются каждую субботу. Снимал шарики-то? Шарики нет. Че, никто не снял шарики? Классно, спасибо. Молодец. Ой, прости. Так, ну чего, в общем, давайте немножко посидим, может быть, поедим пончик, ну, кто хочет. Можно вот в центр тогда? Поехали. Че босс сказал?